Вместо бумажной книжки – пластиковая карта. В правительстве рассматривают переход самого важного документа российского гражданина на новый носитель. Паспорт станет пластиковой картой. Сейчас для общественного обсуждения нового законопроекта поставлен срок в 30 дней. Но несмотря на такую спешку, полный и окончательный переход на пластиковые карты запланирован только к 2030 году. Председатель правительства Дмитрий Медведев отметил, что переход на новую систему будет постепенным и начнется в 2015 году в 4-5 регионах, а в 2016 уже и по всей стране. А что думают по поводу такой инициативы МИАСы? Спросили мы жителей города, и вот что люди говорят. Никак не мешает, и нормальный документ. Наверное, карточками было бы лучше. Было бы лучше. Ну, удобнее. Ну, так я уже старая, мне бы эти электронные карты, я не умею с ними обращаться. Не знаю. Для нас нет. Мы эти карточки не можем разобраться, а тут еще паспорт будет электронный, нам нет. Ну, я считаю, что карта удобнее. Засунул он в кошелек даже, и он лежит там. Или паспорт, постоянно боишься его помять или потерять. Наверное, стоит, потому что они будут удобней. Ну, я думаю, стоит. В век цифровых технологий это будет более приемлемо и смотреться будет более солидно.